Я представляю родительскую организацию Терго. В переводе с латинского это означает «тыл». И мы работаем с родителями, у которых ЛГБТ дети, и которым очень тяжело принять такую тему, как гомосексуальность. Кроме этого, наши родители, мы уже строим организацию, и одна из задач и миссий нашей организации – бороться за права наших детей в Украине. Татьяна Химченко представляет международное товарищество GIZ, немецкую организацию GIZ. И они в свое время, когда у нас была только идея, они очень вовремя и мужественно предложили свою помощь, поддержку. Они мотивировали нас заниматься этим. Они связали нас с немецкой организацией BIFA, тоже такая же организация. То есть вот именно в самом начале оказали значительную поддержку. Вы понимаете, и это для меня замечательный пример. Ну, кроме того, что это очень энергичная, очень прагматичная женщина, она еще обаятельная. То есть совершенно такой, знаете, женственный образ. Поэтому я всегда у нее учусь именно этому. Как быть прагматичной, хорошим организатором и при этом оставаться очень обаятельной женщиной. В Елене мне нравится то, что она идет вперед. Иногда для того, чтобы доказать свои права, нужно идти вперед, нужно поднимать голову и идти не боясь трудностей. Вот Елена – это тот человек, который может прийти и говорить о том, что она в данный момент чувствует. И мы очень рады, что мы вместе с ними.